Кубрин вот на скидку. Там большой красивый стадион, даже с этим самым, с факелом, да, для олимпийского огня или не знаю уж какого. Да много какие. В Шклове очень чистый туалет. Невероятно. Ну вот как, я не знаю где. В депутатской комнате. Абсолютно стерильный. Это то же самое, что сиденье в узде. То есть, ну, кто-то их протирает. Нельзя сказать, что вот, кинули мяч, они вышли на поле, и что-то там пинали друг против друга. Да нет, вот кто-то чистит сиденье. Абсолютно тоже вот, приятно сесть. Там каждый второй студент хает за то, что грязное сиденье никто не моет. Вот в узде моют. Поезжайте в узду, посидите. И команда хорошая.